Тюменском манеже состоялись чемпионаты первенства Уральского федерального округа по скалолазанию. В дисциплине боулдеринг удивила Дарья Акулова из Магнитогорска. Она победила в категории девушек 16-17 лет, а затем повторила этот успех и среди женщин. Нормально, но было чуть-чуть не так, как обычно. Что не так было? Далее награждение проходит в чемпионате. Не сразу пошло. Третье место. У юниорок выиграла челябинская спортсменка Марина Кушанина. Она же стала второй среди женщин. Мне больше нравится, когда надо думать, есть попытки, ты особо не волнуешься. И у тебя он как бы результат может поменяться в любую секунду. Он не зависит от того, как ты пролез там. Например, на трудности ты залез. Плохо, и все, и ты уже не исправишь никак это. А здесь можно бороться до последнего. И только в самом конце ты узнаешь свой результат. Теперь решение за тренерами, которые по итогам тюменских соревнований сформируют сборную Урала.